Thank you.
Thank you.
Thank you.
уважаемые пассажиры, на первом этаже в центральной части вокзала. Thank you.
уважаемые гости! Приветствую вас на железнодорожной динамической экспозиции исторического подвижного состава в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 «Продвижение Экспо». История локомотивостроения в России от 19 до 20 века предстанет перед нами во всей красе. Локомотив – символ железнодорожного транспорта. Именно появление паровоза в начале 19 века послужило толчком к бурному развитию железных дорог. Стальная сеть соединила города и страны по всему миру, сплотила народы, изменила уклад жизни и ход самой истории человечества, изменила понятие о времени и пространстве. Итак, приготовьте свою съемочную технику. До незабываемого парада заслуженных локомотивов осталось несколько секунд. Дорогие друзья, наш салон единственный в мире, на котором происходит демонстрация железнодорожной техники не только стационарно, но и на ходу. В прошлом году исполнилось 185 лет железным дорогам России. Сохранению раритетов этой давней истории компания «Российские железные дороги» удивляет особое внимание. Ярким свидетельством этому служит уникальная экспозиция нашего музея, который впервые принимает в своих стенах железнодорожный салон. В этом году исполняется 20 лет компании ОАО РЖД. И все эти годы мы не просто сохраняем уникальные исторические машины, но и восстанавливаем их до рабочего состояния. Поприветствуем локомотив серии ЛВ, образец последнего магистрального паровоза постройки СССР. Созданный в 1952 году группой конструкторов Ворошиловградского завода как глубокая модификация паровоза серии L, этот паровоз воплощает в себе инженерный итог векового развития отечественных грузовых локомотивов. Паровоз вобрал в свою конструкцию все лучшее, применявшееся в то время в мировом паровозостроении. Водоподогреватель, воздушный привод колосников, вместительный тендер емкостью более 23 тонн угля и 45 тонн воды, высокоэкономичный, мощный, неистощимый котел. Поприветствуем ЛВ и мы! Паровозом управляет машинист Сергей Сергеевич Пиндюков. Давайте в завершении нашего парада еще раз поаплодируем этим прекрасным машинам и людям, благодаря любви и труду которых они поддерживаются в рабочем состоянии и радуют нас своим бегом и незабываемым гудком.